Поехала вверх. Качеля каруселя. Капец. Четыре последние пакета на почте забрал. Посылки сейчас отправил. Говорю, давайте я их у вас куплю, лучше с ними приду потом. Капец. 50 рублей пакетик. Ну сюда как раз барабаны влазят запечатанные. Что получается, старый шток от амортизатора, правда, я по нему уже гэпал, гупал, стукал. Ну вот, в пределах сотки, будем так говорить, да? Все-таки есть. Хотя там и в инструкции погрешность. 0,1 и полторы, грубо говоря, сотки. Сейчас проверну или засуну. Кстати, нулевой кулачок у меня между первым и вторым получается. Чуть высуну сейчас, так проверну. У меня тут метка вот нарисована одна, вот нарисована другая, чтобы знать, где она становится. Сейчас попробуем еще здесь. Отлично. Коротковат. Сюда не разгонишься, здесь фаска, а дальше там оно такая кривенька вся. Надо подлиннее шток найти. Вот это мне нравится. Вот это я понимаю, что я уже буду настроенный. Как тебя нарисовать-то? О. Это сейчас ты стояла вот тут. Мы сейчас тебя провернем в кулачках. Где ты там? Вот там стояла. Ну, на этот кулачок развернул так. Высуну сюда. Что сейчас покажет? Это практически по нулям. Практически по нулям. Надо шток подлиннее какой-нибудь найти. Вот теперь я доволен. Ну не 6-7 соток разбега было на вот таком коротком прутке. Ну как коротком? Ну нифига не короткий. Нифига не короткий. 11 сантиметров, 110 миллиметров от края губок. Ну а там он как раз становится до этого, на край губок прижимных. Ну хочется просто, чтобы он их полностью держал. Вот это я доволен, вот это замечательно. Ну, здесь может быть ударенный. Вот она метка, сейчас ее еще проверну. Так, вниз и задвину. Гуляет где-то, гуляет где-то. В пределах сотки, что, нормально. Может, слабо поджал.
перезажму сейчас. Да, отлично. Куда еще лучше. Часы я точить здесь не буду. Механизмы для ручных часов. Этого достаточно.